Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодняшнее видео будет о таком препарате, как АСД-2Ф. Применяли мы его очень и очень долго. Годами мы его применяли. И я хочу сказать, что, как мне кажется, каждый человек, кто занимается самоисцелением, должен попробовать этот препарат, хотя бы для того, чтобы понять, нужен он ему в самоисцелении или не нужен. Вы должны самостоятельно проэкспериментировать, сделать вывод и потом уже решать, пользоваться вам АСД или нет. Конечно, качество АСД очень отличается от того, которое было лет 10 или даже 12 назад. Но, тем не менее, пробовать надо. Мы АСД принимали в разных вариантах. Мы его пили, делали спринцевание и делали клизмы. Говорю «мы», потому что это делала и я, и Аркадий Владимирович. А я делала еще компрессы. Компрессы я делала на голове, в связи с тем, что у меня аллопеция. Проводились эксперименты, которые давали неплохой результат, потому что после компрессов именно рядышком с пятнами аллопеции появлялись небольшие такие ранки, как очаги. Аркадий Владимирович применял АСД для лечения артрита. Тоже делал компрессы, я таких компрессов не делала. У меня остались хорошие воспоминания о АСД. Ничего плохого о нем я сказать не могу. Многие жалуются на запах, но лично для меня запах АСД во много раз приятнее, чем некоторых эфирных масел, например, от которых я падаю в обморок. Потому если абстрагироваться от запаха, то АСД стоит пробовать. То есть применять его или нет, это только вы решаете. Но мое мнение, что если вы действительно серьезно занимаетесь самоисцелением, вам надо просто попробовать. На сегодня все. Спасибо.